Стартовавшая по инициативе Михаила Кылварта в 2017 году акция «Я помню, я помогаю» собрала в прошлом году 85 тысяч евро. Как оказалось, собранных в ходе прошлогодней акции средств хватит еще минимум на полтора года для предоставления различной помощи ветеранам. А в нынешнем году в рамках акции было решено сделать подарок тем, кто состоит в Таллинском обществе участников Второй мировой войны и участникам Таллинского общества блокадников. По последним данным, было сделано 922 пожертвования на общую сумму в 28 457 евро. Данная сумма оказалась в несколько раз больше изначально запланированной. Те деньги, которые остались после приобретения подарочных наборов, также пойдут на помощь ветеранам. В общей сложности на счету у акции в данный момент 91 тысяча евро. Деньги будут направлены на оказание помощи тем таллинским ветеранам, которые не в состоянии оплачивать так необходимые им услуги помощника на дому или пребывание в учреждении по уходу за пожилыми людьми. Я хочу передать низкий поклон каждому из 922 жертвователей, потому что в это тяжелое ковидное время найти деньги для того, чтобы помочь людям закончить, ну, свою жизнь в хороших, нормальных условиях, при все дорожающих ценах, это достойно поклона. Что именно должно было быть в подарочном наборе, решали представители ветеранской организации. Особенно отрадно то, что оказать помощь вызвалось большое количество молодых волонтеров, которые были готовы развести эти подарочные наборы ветеранам по их месту жительства. И это была не только просто передача подарков, это были поздравления и беседы с ветеранами. Люди чувствуют доброту. Чувствуют доброту молодые, которые приходят и делают доброе дело. И чувствуют те, которые принимают это добро. Поэтому, конечно, эти общения и эти пожертвования, они бесценны. Несмотря на то, что сама по себе акция подходит к концу, это не означает, что благотворительный счет будет закрыт. Напротив, он открыт круглогодично, а это значит, что все неравнодушные могут и впредь жертвовать любую сумму на помощь ветеранам. И, к слову говоря, есть люди, которые уже не первый год ежемесячно переводят фиксированные суммы. Все необходимые банковские реквизиты находятся на сайте 9май.ee. Сергей Овченков, Марта Эйнло, новости Таллина.